Основными причинами начала конфликта между Молдавской республикой и Приднестровьем стали перспективы объединения Молдовы с Румынией, вопрос о переходе на латинскую графику, а также отказ властей Кишинева признать русский язык в качестве официального. В сентябре 1990 года местные политические силы в Тирасполе провозгласили независимость региона от центральных властей Молдавской ССР, а два года спустя началась война. Официальные власти Кишинева отправили для урегулирования вооруженного конфликта на левый берег Днестра полицейские части, в то время как на стороне Приднестровья важную роль в военных действиях сыграла российская 14-я армия. Военные действия шли в Дубосарах, Коржеве, Кошнице, Кочеерах, Мендерах и Варнице. 21 июля 1992 года президент Российской Федерации Борис Ельцин и президент Республики Молдова Мирча Снегур подписали в Москве соглашение о прекращении огня. Документ предусматривал создание трех зон безопасности и наличие в регионе совместных миротворческих сил. 27 августа 1998 года на территории мемориального комплекса «Этернитате» «Вечность» был установлен памятник жертвам Приднестровской войны 1992 года. Эта скульптурная композиция, павшим воинам за независимость и целостность Родины, молдавского художника Юрия Канашина, является собой метафору, олицетворяющую прекрасный период детства и материнскую любовь и нежность. Традиционно 2 марта в Кишиневе проходит марш памяти, который начинается на площади Великого национального собрания. Вместо фигуры или головы Богоматери была просто фигура женщины, абстрактная фигура женщины. И вместо Иисуса головы была голова просто павшего, так сказать, молодого человека. Она вызывала горе, вызывала скорбное чувство. Но только после посещения Святой Земли Израиля, 3 часа вдруг мне пришла идея создать Богородицу. Я встал и переделал из памяти, который до этого предварительно был принят. Изображен правый берег и левый берег раскрытым крестом. И получается так, что левый берег и правый берег разделены. Можно было этот сквозной крест сделать наверху закрытым, соединенным. Он раскрыт. Что вы знаете об этом памятнике? Я прошла мимо него, я даже не знаю, что это за памятник. Acest monument este Maica Domnului, Fiul Său Iisus Hristos, memoria soldaților care au murit în războiul cu Transnistria. Памятник был посвящен Приднестровской войне, да, 1992 года. Покажите, chiar nu suntem informați despre acest monument. Nu știu. Acest monument a fost instaurat pentru oamenii care au luat participare la războiul care a fost în Transnistria. N-am nicio părere, pur și simplu oamenii își aduc aminte de strămoșii noștri sau oamenii care cunoscuți noștri care au participat la război în Transnistria. Памятник знает то, что он посвящен Приднестровскому конфликту в 92-м году, который был. Какие чувства вызывает у вас этот памятник? Сенчер, ничего сентимент. Сентимент де патриотизм и де драгости фаца де патри. Ну, вы знаете, мой муж там воевал, так что чувства такие не очень хорошие. Скорее всего, чувство тупости. Не сам памятник, а тупости самого происшествия, что было. Если взять про раскрытый крест, чувство сожаления и распущенные волосы. Все остальное хорошо. Ну. Не вызывает чувств этот памятник абсолютно никаких, потому что считаю, что война была бесполезная. Конечно, жалко тех людей, которые в это во все были вовлечены, простой народ. Что вы думаете о расположении этого памятника на территории мемориального комплекса «Вечность»? Ну, нужно было так их разделить. То есть здесь люди похоронены во время Отечественной войны, это совсем другое, а это уже можно было бы в другом месте. Ничего страшного здесь нет, вот все нормально. Если это воинский комплекс, если это направлено на сохранение государственности, вот. И, как говорится, подвига отдельных людей, правда, неизвестно, по чьей задумке погибших. Este situat foarte bine, într-un parc foarte frumos, unde putem să-i comemorăm pe soldații care au murit. Думаю, что совершенно неправильное расположение, поскольку данный мемориальный комплекс создан воинам, которые воевали во время Второй мировой войны. Как влияет существование этого памятника на ваше отношение к молдавско-приднестровской ситуации? Он не имеет монумента к
Релатель, Мостик, Транснистр. Он никак разобщать не может. Он только может вызывать скорбь, боль и сожаление о том, что случилось. Кредко де кооперари. Он напоминает вот это разделение. Наверное, все-таки людей по разные стороны. Этот памятник олицетворение нашей трагедии общей с Приднестровьем.